Ольга. Да. Перед нами это Ольга. Прошу любить и жаловаться. Это прекраснейший гид. Итак, перед нами озеро Никарагуа. Как это? Синополька? Касиболька. 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 Почти 8300 квадратных километров. Огромное. Огромное. Причем это похоже, озеро. Я сейчас покажу, точнее, что это море, потому что это озеро, на котором есть волны. Показываю. Можете представить, что вот это озеро с такими волнами. Так, справа у нас вулкан какой? Вот этот Адерос. Вот. Адерос. Адерос. Неактивный. 1439 метров море. И вулкан Консепсьон по левую руку. Газики выпускает.